врач-волк Валериса Павловна пришла в зеленую планету из традиционной медицины, в которой проработала больше 50 лет. Очень многие, к сожалению, люди, которые прошли уже свой курс лечения в традиционной медицине и в какой-то степени разочаровались в ней. В одном случае и в другом случае это люди, которые после лечения химпрепаратами имеют определенные проблемы с заболеваниями внутренних органов. Чаще всего печень, почки, поджелудочная железа. Поэтому они уже не могут принимать химические препараты, организм их отторгает, не воспринимает. И случаи из практики, когда приходили больные, которые, пройдя многие обследования в клиниках наших, не смогли получить какой-то определенный диагноз. Вот случай был такой, больная Д, 40 лет, пришла со всей семьей. Непонятно почему у них у всех начались тошноты, всякие дискомфорты с желудочно-кишечным трактом, аллергия появилась у всех. И обследовали в клиниках и не могли найти ничего такого, чтобы могло объяснить их жалобы. Они купили новую мебель. Казалось, что там очень много в краске фенолов. И поэтому дети без конца болели простудными заболеваниями, не вылазили буквально маленькие дети из простудных заболеваний. Потом у всех стала беспокоить поджелудочная железа, появились тошноты, всевозможные дискомфорты с желудочно-кишечным трактом. И мы смогли помочь этим больным, подняли иммунную систему, им сняли аллергию, смогли справиться с желудочно-кишечными проблемами. И больные очень благодарны, приходили, рассказывали, как они изменили свой образ жизни, потому что чаще всего при этих заболеваниях нужно менять образ жизни. Так что и вот такие случаи бывают. Много случаев с заболеваниями язвенными. В нашей области это нередкое заболевание, особенно весной и осенью обостряется, когда появляются боли в желудке, тошноты и всевозможные жалобы у этих людей. Они приходят, начинают жаловаться, что и изжога, и непонятные голодные боли и прочее. У нас такие прекрасные препараты, как гастроулькан, диамант, гипохол всех видов, тоже очень хорошо и результативно лечатся. Много больных, особенно детей, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. После лечения нашими препаратами и, в частности, противогельминтной терапией, очень хороший результат. У детей появляется аппетит, дети набирают в весе хорошо, становятся и жизнелюбивыми, и подвижными, и в школе хорошо учатся. У нас такой прекрасный препарат есть, как энтелятрин, очень хорошо работающий для детей всех возрастов, улучшает умственную деятельность, помогает деткам получать хорошие оценки. Людей с заболеваниями щитовидной железы. После Чернобыльской аварии у нас таких стало очень много, и у нас такие препараты, как Струмин и Нормаструм, являются основой для наших всех больных с заболеваниями эндокринной системы, в частности щитовидной железы. Мы с удовольствием их лечим и с удовольствием наблюдаем результаты лечения. Хочется верить в то, что наши люди все-таки смогут выбрать свои методы лечения и смогут понять, что народная медицина – это не просто нетрадиционный вариант лечения, а это здоровье для них и для их семьи.